Всем привет, друзья! В сегодняшней подборке вы увидите невероятно крутые товары с AliExpress. И если я тебя и вправду хоть немного удивлю, обязательно ставь лайк. А также принимай участие в конкурсе, ведь любая вещь из этого выпуска может стать твоей. Начнем! Небольшой настольный металлический маятник. Он словно балансирует над пропастью, опираясь лишь на одну ногу. Его невозможно опрокинуть, даже если сильно постараться. Имеется два вида человечков, балансирующих на одной и двух ногах. Кроме фигурки человечка, есть также балансирующий на одной ножке стул, велосипед, вертолет и спутник. Почти игрушечная, но интересная камера в виде кубика с Full HD разрешением. На борту установлен литий-полимерный аккумулятор емкостью 200 мАч, позволяющий вести непрерывную съемку длительностью до 100 минут на карту памяти microSD. Самый главный плюс камеры – это размер. Также немаловажно, что данный продукт не попадает в раздел шпионских штучек, так как это обычная камера, хоть и маленькая. Коты – всеобщие и безусловные любимцы. Лишенные необходимости бороться за свое выживание в квартирах любящих хозяев, они только и делают, что едят и целыми днями лежат. Решить эту проблему поможет инновационная система No Bowl. Хозяин кота заботливо насыпает корм в это устройство и оставляет игрушку где-нибудь подальше от кошачьей лежанки. Проголодавшись, кот начинает бродить по дому в поисках чего-нибудь съестного. Благодаря тонкому обонянию, кот обязательно отыщет набитую кошачьим кормом крысу и, как и подобает настоящему коту, нападает на грызуна. Это Fingerbike – пальчиковый мини-велосипед. В первую очередь, это металлическая игрушка с удивительной детализацией. Здесь все как у настоящего велосипеда. Даже цепь есть, и при движении она крутится. Настоящая фантастика. При движении велосипеда крутятся педали, естественно, крутятся колеса, поворачивается руль. К каждой игрушке прилагаются всевозможные детали и инструменты, которыми можно пользоваться для устранения неисправностей, либо же для изменения каких-то деталей. Стандартные квадратные и прямоугольные колонки уже никого не удивят. А вот оригинальная танцующая собачка – это новая фишка среди аудиосистем. Она может мило вилять хвостом, двигать головой и забавно танцевать в такт музыке. Это не просто музыкальный проигрыватель, но и подниматель настроения, ведь без улыбки смотреть на движение этого песика невозможно. Подойдет для разных категорий потребителей, поскольку совмещает сразу две функции – Bluetooth-колонка и танцующая игрушка. Устройство, носящее имя USB Killer, наконец-то появилось в продаже. Эта флешка способна поджарить практически любое устройство или его USB-порт. Устройство выглядит как обычная флешка для хранения файлов. Однако предназначение USB Killer'а направлено не на сохранение, а на уничтожение информации. Стильный и самый дешевый смартфон Baidu D2. Первое, что бросается в глаза, это коробка. Она практически не отличается от тех, в которых продаются смартфоны ценой в разы выше. Простая, но с выдержанным стилем и качеством. Смартфон получил неплохой 5,2-дюймовый дисплей Sharp с классическим разрешением 1280 на 720 точек. Сверху фронтальной панели расположились датчики приближения, освещения и фронтальная камера с разговорным динамиком, а внизу – одинокий сканер отпечатков пальцев. На задней панели в центре логотип Baidu, а сверху двойная камера со вспышкой. Основная на 5 с интерполяцией до 8 мегапикселей и вспомогательный сенсор на 3 мегапикселя. Автофокус срабатывает только при статичной картинке и работает очень неторопливо. Спортивные часы Zeera с уникальным дизайном циферблата завоевали все соцсети. Отличие от общепринятых часов очевидны. Вместо привычных стрелок и цифр – яркие и плавные кометы. Кончик внутренней полоски – текущий час, в то время как внешняя полоска отображает минуты, с непрерывным движением градиент показывает ход времени. Механизм кварцевый, корпус – сталь. Эта вещь заслуживает внимания. Любишь собачку – люби за ней и кокульки убирать. Устройство для сбора фекалий – это приспособление, которое сделает чище не только ваш двор и парк, но и вашу совесть. Приспособление довольно компактное. Гуляя с животным, ты можешь держать его в руке. Когда собака сделает свои дела, уберите за ней. Нажав рычаг на ручке, вы получаете открытый ковш. Отпустив рычаг, ковш закрывается. Будьте уверены, через 5 лет краснеть от стыда будут не те, кто убирает за собаками, а те, кто не делает этого. С первого взгляда футболка кажется вполне обычной. Облегающая футболка, такую в любом магазине купить можно, но это до тех пор, пока ты не увидишь, что происходит, когда кто-то проливает на нее воду. Стоит только любой влаге попасть на нее, как происходит чудо. Жидкость моментально превращается в шарики и соскальзывает, подобно дождевым каплям на лобовом стекле.
Поскольку материал не сохраняет влагу, способствующую размножению болезнетворных бактерий, футболку не нужно стирать так часто, как обычную. Волшебный гидрофобный песок – это веселая и развивающая игрушка для ребенка, которая интересна даже взрослым. Секрет заключается в том, что песок покрыт специальным водоотталкивающим составом и, погружаясь в воду, остается сухим. Но как только он оказывается на поверхности, тут же становится обычным сыпучим песком. Зрелище получается очень фантастическим. Однозначно лайк! Механизированный робот-конструктор от компании Xiaomi. Обладает способностью преодолевать различные высотные препятствия благодаря наличию гусеничного движителя. Стоит упомянуть, что сначала тебе придется его собрать, а общее количество элементов немалое – 1086 штук. Для управления роботом без рук с помощью ввода голосовых команд можно использовать смартфон. Он умеет отличать команды и выполнять их – вперед, стоп, назад, правый поворот и многие другие, а это доставляет неплохое впечатление в игровом процессе. Массажер головы делает поверхностный капиллярный массаж нервных окончаний в области головы. В результате воздействия происходит ускоренная микроциркуляция, то есть улучшается капиллярный кровоток и, как следствие, усиливается обогащение клеток головы активным кислородом. Мышцы расслабляются, уходит напряжение, улучшается состояние и рост волос. Головной мозг лучше снабжается кислородом, ослабляется головная боль. Это умная лампочка от Xiaomi, которой можно управлять при помощи смартфона. Она способна менять цвет и работать по графику. Температурный диапазон 1700-6500 кельвинов. До 16 миллионов цветовых вариаций. Имеет цоколь E27, то есть подойдет к любому стандартному патрону. Одна из самых интересных возможностей умной лампы – это сценарии. В приложении ты можешь выбрать готовый цветовой профиль, который можно использовать под определенные задачи. Хотите сымитировать восход солнца? Выбираем сценарий Sunrise. Нужен вечерний теплый закат. Sunset – то, что нужно. Думаю, что многие знакомы с ощущением в запястье при долгой работе с мышкой. Вертикальная мышь придает руке более естественное положение. Ощущение от того, что вы берете в руку вертикальную мышь, схоже с ощущениями от чашки кофе. То же положение кисти, та же ориентация в пространстве. Кто привык работать с обычной мышью, будет катастрофически сложно переучиваться на вертикальную ориентацию. Дуршлаг-насадка CitoClip позволяет процедить продукты и слить воду с помощью всего одного гаджета. Больше не нужно использовать неудобные дуршлаги, прикрывать крышку кастрюли полотенцем и обжигаться паром. Прикрепляем клипсу к бортику кастрюли и готово. Эта вещь станет вашим незаменимым помощником на кухне. Долгожданный USB-хаб от фирмы Orica на 4 порта. Стильный и современный дизайн в форме скорпиона. Для проводной мыши есть держатель провода, полностью резиновый и съемный. Сверху хаб имеет soft-touch покрытие, что придает ему дорогой вид. Продавец общительный, товар отправляет быстро, трек отслеживается с момента отправки и до получения на почте. Это уникальная механическая головоломка с сейфом. Паролем же является умение собирать кубик Рубика. Несмотря на то, что внешне и по сути является обычным кубиком Рубика, его механизм — это сложная система зацепов, которые устроены так, что крышечка головоломки откроется при условии, когда головоломка будет собрана. Задумка очень классная, реализована она качественно. Я вот думаю, что туда можно спрятать. Как вы думаете? Пишите в комментариях, чтобы вы туда спрятали. Если вы поклонник Бэтмена, то вас определенно должен заинтересовать этот ночник в виде летучей мыши. Поставляется с блоком питания, который питается от стандартной розетки. Он может менять цвета, яркость свечения, а также проигрывать запрограммированные сценарии освещения с помощью пульта управления. Твоя обувь загромождает полностью проход в коридоре, и, входя в квартиру, создается впечатление, что у тебя вечеринка на 20 персон? С помощью этого простого и недорогого приспособления ты сэкономишь место, и каждая пара будет изолирована от другой. Конструкция может использоваться и в разборном виде, в качестве подложки под повседневную обувь. Мы уже давно привыкли к классическому степлеру, который скрепляет листы с помощью скоб. Но в мире есть и другие, более интересные модели степлеров. Например, степлер, которому для скрепления бумаги скобы не нужны. Как именно он функционирует, скрепляя листы бумаги между собой, объяснить на словах довольно сложно. Он скрепляет листы таким образом, что бумага сама себя держит. И по традиции конкурс на любую вещь из выпуска. Условия стандартные. Лайк, подписка, колокольчик и комментарий для того, чтобы я смог выбрать победителя. Как только видео соберет 20 тысяч лайков, в моей группе ВКонтакте появится пост с итогами конкурса. Всем удачи!
На этом я заканчиваю. Не забудь посмотреть вот эти видео. Всем удачи и пока!